1 сентября 6-я гимназия на Александра Невского получит современный спорткомплекс с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками и тренажерами. Сегодня строительство объекта инспектировал мэр города Геннадий Труханов. Он выразил уверенность в том, что это место станет объектом спортивного и культурного досуга для жителей соседних с гимназией домов. Баскетбольную площадку мэр пообещал открыть за пару недель до начала учебного года. Более 30 миллионов, под 40 миллионов выделено на наведение порядков, на благоустройство, на ведение спортивного комплекса. Почему не стадиона, а комплекса? Это беговые дорожки, это баскетбольная площадка, это волейбольная площадка, это тренажеры, антивандальные силовые тренажеры, на которых можно будет. То есть вот то, что мы постоянно, то, о чем мы постоянно говорим, о том, что школы и школьные территории должны в неучебное время, после завершения учебного процесса, стать своеобразными культурно-спортивными центрами для жителей ближайших домов, здесь живущих.